церкви не православные. Они не принадлежат православной церкви. А вы-то кто? Слово Божие. Только так и делаем. Девушка, второй свободна. А вы занималась. А занимаетесь? Ну, потому что церковь перестала заниматься. Когда спрашиваешь, они называют себя как-то там... По-разному они. Возьмите вот наш православный сайт, и он занятие. Мы как раз их всегда обращаем к православному миру, как их не забьют их. И вот генерального толчка. Мы распознавали людей отсюда. У нас истинное толкование, у них сложное, поэтому Библия одна, они тоже в наших православных переводах. Да. Слава Христу. Занятия проводим. Здесь вот на первой странице наш сайт есть, телефоны. Да я уверена. Лучше. Видно, юбки женщина взяла Евангелие, а так которая в штанах идет ее отговаривает. Зачем тебе это надо? Зачем тебе это надо? Так говорит, я хочу разобраться. Блаженные, алчущие, жаждущие правды, ибо они утешатся. Хорошо, когда человек хочет разобраться. Когда человеку все равно, ничего не вырастет на такой почве, да? Да. Вот зайдет. Привлекательный область. Вон, брат, приложите. Вот так надо Евангелие изучать, сразу раз и читать нечего. А? Мужчина, говорю, вот как надо Евангелие изучать, сразу сел и читает. Снял товарищ, который читает? Да, да, снял. Евангелие от Иоанна? Да. А вы знаете, Иоанн был последний на курсе? Йо. Да. А это вот он написал. Евангелие от Иоанна. А вы выпиваете? Я не выпиваю. Я чуть-чуть. А какая разница? Лукаете? Мне ну так получается, холодно. Я же по улице работаю сегодня. А утром... Ну, ребята, сейчас тепло будет, он будет дальше. Надеюсь, уже идет. Весной идет. Пьяница царствие Божие не наследует. Вы не выпивайте вино. Пьяница царствие Божие не наследует. Вино нужно по чуть-чуть употреблять. Не упивайте. Не, ну чтобы это... Вы не упиваетесь так? Не, я не упиваю. Настроение. Настроение, ну. Ну, чувствую, подняет дух. А так я не упиваю. Дух алкоголя в ней. Я вообще лежал где-то. Такое я не делаю. Слава Богу. Ну, спасибо. Вас спаси Христос. Слава Богу. Стойте, проповедуйте, читайте народу. Да, вообще здорово. Молодец. Слава Христу. Ну что, пока зеленый, пойдем? Все, уже поздно, брат. Красный уже цвет берет. Но я бы хотела спросить задать вопрос, это же, как понимать, 2017 год, почему 2017 год, вот мы не можем, а мне библиотекарь объяснил, что 2017 лет назад Иисуса. Да. От Рождества Христова, так и называется. Раньше говорили нашей эры, до нашей эры. А сейчас от Рождества Христова. Вот меня заинтересовал этот вопрос. Я зашла в библиотеку попросить. Книгу какую-то попросить. Проверим, поверим. А вы нам давали уже. Нет, не надо. Не сюда, а вот там.